Сегодня в зрительном зале преимущественно женщины. И это не случайно, ведь «Песня года» проходит накануне 8 марта. Нынешний фестиваль юбилейный, ему уже 5 лет. Сегодня на сцену выходят солисты, дуэты и трио. Вокалисты, которые в прошлом году прославили Искитимский район на конкурсах самого разного уровня. Такое ощущение, что, наверное, мы до конца и никогда не исчерпаем эту чашу талантов. Да, у нас очень голосистые артисты. В этом направлении у нас большая, скажем так, армия профессионалов, которые никогда не уронят творчество Искитимского района. Среди самых титулованных вокалистов Владимир Барышников. В прошлом году он был признан лучшим исполнителем и завоевал гран-при на конкурсе «Будь первым» в Красноярске. За это Владимир Никитич удостоен сегодня высокого звания «Золотой голос». Его творческий путь продолжается уже 45 лет. В репертуаре сотни песен. У меня всякие получаются, и народные, и патриотические, и эстрадные, я все пою. И на итальянском, и на испанском, даже на китайском. Один куплет «Катюша». Наряду с именитыми артистами на сцену выходят и юные певцы. Их творческий путь только начинается, но и они в прошлом году сумели отличиться, получили за свои выступления высокие награды. Сегодняшний концерт стал подарком не только для прекрасной половины Искитимского района, но и для спортсменов районной команды, которая впервые за много лет завоевала золотую медаль на 23-х зимних сельских играх. У нас была задача, естественно, выиграть, как и всегда. Мы отработали на 5 с плюсом. Все, что от нас требовалось, мы сделали. Это результат сплоченности всей команды, единения и просто целостности Искитимского района. Да, эта победа очень значима, очень ценна для нас, но нам необходимо двигаться дальше, хотя потенциал для этого есть. Наступивший год открывает для всех новые возможности. Это новые конкурсы и новые победы.